Доброе утро, дорогие друзья. С Новым годом вас. Пока мои родные спят, я хочу быстренько пробежаться в одно место неподалеку от нашего дома и показать вам что-то интересное. Зовут меня Микитенко Дмитрий. Я дизайнер. И вот 7 лет мы здесь живем. Ага, вот и первая импровизированная кучка. Но это не все, вот еще одна кучка. Меня раздражал сам факт, что люди выбрасывают там фантики почему-то возле того места, где они живут, вот прямо на дорогу. Место этой кучки, наверное, выбрано было не просто так. С дороги мусора не видно. И с оврага тоже не очень. Ну, апогеем уже стало, когда я вышел неподалеку от своего дома, прогуливался возле своего оврага и гляжу, а в этом овраге лежит мой мусор, который я никогда не выбрасывал. Мне стало настолько стыдно и не по себе, что я не мог себе места найти. И вот 1 января, еще дети спали, жена спала, я вышел к этому оврагу и на фоне своего же мусора ставил камеру перед собой и подумал, ну вот сейчас назначу главную цель на год. Друзья, я хочу открыто заявить, что в наступившем 2018 году я поставил себе цель, задачу полностью очистить все наше село от мусора. Обсуждали мы это все с друзьями, обсудил с друзьями с арт-лабиринта идею. Я был очень удивлен, они мне прям сами предложили, говорят, вот давай мы тебя поддержим, приедем, привезем волонтеров из Кишинева. Начал разговаривать с другими людьми, тоже начинают меня поддерживать. Ну я подумал, раз как бы со всех сторон так складывается все, то надо двигаться. Ну и по чуть-чуть, что я стал делать? Я объездил все село, посмотрел самые проблемные места. Abiem de toate ieșeam. De acasă ce-o strâns, de toate se încoace. Foarte rușinos. Ne luptăm cu gunoiul. Da. Să fie localitatea sănătoasă. Să respirăm aer mai proaspăt. Vă spun din start, nu mi-a plăcut deloc să strâng din urma cuiva. Nu zic că nu am strâns, dar pentru mine a fost ceva wow. Și când mă uitam la oamenii ce veniți, cum ei colectau toată asta, erau străini, de fapt, pentru sat, dar s-au implicat așa. Мы приехали, во-первых, полюбоваться селом. Здесь зарождается экопоселение. Мы хотим посмотреть, что это такое, как быть, и помочь им немножко с мусором тоже, убрать им мусор, и чтобы был для них хороший пример, чтобы они уже дальше содержали чистоту. Anume, când am văzut cum ei colectează, deci eu puteam să merg pe deasupra, da, așa, am strâns două pachete și m-am fugit mai departe, s-a rezolvat, e ok. Dar ei nu au făcut așa, știți, pentru mine a fost, nu știu, nu pot să spun, dar a fost ceva ce a făcut schimbarea și până la urmă, uite că... Schimbarea încă stă în mine, încă mai am de lucru. Majoritatea nu iese de aici, sau marea majoritate. Nu au văzut așa lucruri, Doamne ferește, știți, ei au problemele lor și când le spui despre gunoi, asta e, știți, ridică mâinile în sus și așa își spun că ești nebun, măi, noi avem de dus vaca acolo la cereadă, avem de aici stăiat. Te gândești măcar ce vorbești. Из 5 прицепов один прицеп был несортируемый мусор. Но 4 уехало. 4 уехало на переработку. Это тоже результат. Считайте, 80%. Что вы думаете про село наше, про мусор? Мусор надо пособирать, это обязательно. Потому что смотрите, вот, везде валяется. Вот сейчас, вот он, везде мешки. Вот они. Целлофана, вот, видите, везде. Тут приезжают и выбрасывают.
На следующий день мы поехали в Пересечино, где перерабатывают, получается, пластиковые материалы. Они с трудом изначально согласились на нашу эту затею, что мы их привезем не отсортированный пластик, потому что изначально им привозят все по категориям. Если бутылки и ПЭТ, то они белые, в кубах уже спрессованы, а у нас, понимаете, все на кучу. Ну, конечно, цифры поразили. Считайте, 80 человек в течение дня мы собрали тонну пластика. С одной стороны, отлично. Я рад был, что вот эта тонна из Рыжкова уехала. Ее здесь больше не будет. Но что дальше? Овраги же начнут опять наполняться. Решения же нету. Am purtat o discuție cu Dumitru chiar în ziua aceea. El mi-a dat așa întrebare, cum vezi tu o rezolvare a problemei? Deci am implicat și am început să caut informații, să văd cum lucrează, cât costă. Și când am văzut ce bani costă toate urnele astea, mi-am pus mâinile în cap, Doamne ferește, asta e ireal pentru un sat. Orașele mari nu au așa ceva. Când am văzut că ceea costă 20.000 de lei, un coș de ăsta de 200 de litri de plastic ajunge la 3.800, doar unul, știți? A fost ceva. И тут вечером Денис прямо в этот же день, вечером он приходит, говорит, вот у меня есть идея хорошая. Надо взять бочки из-под масла бывшего использования по 220 литров. Мне не понравилась идея, то есть я не отказывался. Давай как бы нарисуем. Хорошо, вот бочка, отлично, вот такая-то. Сколько там, покажи мне, каких она размеров, а сколько туда влазит. И по чуть-чуть, там, шаг за шагом я стал понимать, что это решение. Ну и вот непосредственно, как выглядят наши бочки. Бетонное основание, бочки из-под масла, укрепленные и декорированы штакетником. Каждая из бочек покрашена. Мы предварительно рассчитывали, что цена одного комплекта выйдет 2000 лей. Вот. На самом деле он вышел чуть-чуть дороже. Плюс мы еще добавили конструкцию с крышей и информационное панно. И тем самым, если я не ошибаюсь, чуть больше 3000 лей выходит. Так задумывалось все оно. Ну и вот так вот ходил по селу, эти дали помогли бочки привезти, эти не дали, не хотят давать, им, они говорят, что у них мусора нету. Oamenii trebuie să înțeleagă că dacă facem asta, asta în primul rând nu trebuie să plătim calie de la poartă, chiar și 5 ani, de pildă eu așa ești Pereseciană, da? Da. Unde omul, eu îl știu foarte bine, a băgat milioane, le-a cumpărat la fiecare boci, da, el strânge bani de la oameni, 20 de lei pe lună, în fiecare lună. De pildă se vorbește la nivelul satului nostru 20 de lei, capeținul. Мне постоянно говорят в селе, что сегодня вы говорите бесплатно, а завтра будут за деньги. Я хочу сделать бизнес, да? Честно, как здравомыслящий человек, я был бы не против бы заработать. Раз я и Денис все лето занимаемся этим, вкладываем свои сюда деньги, было бы логично как-то заработать. Как заработать, я понятия не имею. Я уже знаю на данном этапе, что пластик тоже покупают. Даже сейчас у нас есть предложение, но там нужны объемы, от 20 тонн и выше. Вот, значит, перед вами карта села Рыжково. Порядка 250 домов, кажется, около 1000 жителей. Вот бомбочки, это несанкционированные свалки. Вот здесь, вот эта территория, это все наш лес, Кодра Молдовы. Почему много бомб? Потому что мусор разбросан, он не сконцентрирован в каком-то месте, он дислоцирован. То есть каждый выбирал себе тот кустик, который ему больше нравился. Вот, если вы посмотрите на эту территорию, здесь нету даже листьев. Это все были участки, на которых отдыхали дети, молодежь. Это летний лагерь. 4 дня, кажется, они здесь были.
Вот, и мы тогда сделали доброе дело, организовали акцию такую, принесли свои мешки, повесили их на деревья и попросили людей сортировать пластиковые отходы от стекла, металла, то есть отдельно. Вот, повесили мешки, и за 4 дня набралось столько мусора, как мы не ожидали, то есть полный прицеп трактора. Как раньше вывозился мусор в летнего лагеря? Я не знаю, что они делали раньше с мусором, но судя по тому, сколько его в лесу находится, мне кажется, что его либо закапывали, не думаю, что его вывозили, хотя они об этом говорят. Ну вот, смотрите, здесь просто вот яркий пример. Было несколько мешков, которые забыли погрузить в трактор, и вот они уже 2 месяца здесь это все лежит. Toate calculele ajung undeva la 7-8.000 de lei dacă s-ar vinde plastic, s-ar vinde metal, s-ar vinde sticlă. Da, pentru un sat mic, 7-8.000 de lei e tot aceeași ca cum ai strânge câte 5 sau 10 lei de la oameni. Da, da, este, se rezolvă problema cea mai importantă, că gunoiul ăștia rămâne goală.